Добрый день, Микс Англия. Англия всегда отличается стилем, и английскими брендами их здесь много, стиля качества. Итак, Джордж, сарафан, он такой немножко шерстяной, уже зим, ну, получается на зиму. Размер S, платье H&M на резинке, размер S. В Англии много S-ок. Еще одно платье с трикотажным подкладом, сверху шифоновое, тоже S-ка. Здесь идет 50-52, марка Polo кардиган, М-ка, XL хлопок, женская L, S, S, H&M мама S. Размер S. Tailor Veil. Красивая пляжная штучка. Кардиган George. Такой приятный на ощупь. Качество хорошее. S. Размер 27. Ростовка 32. Джинсы. Only. Max Mara. Жакет. S. Шерсть присутствует. 2XL. Сарафан на одной бретельке. Сразу вспоминаю фильм наш советский про голубей. Это комбинезон. Здесь у нас XL джинса. Сарафан без бретелек. А вот бретелька у него есть. Вот на шею получается одевается. Трикотаж S. Джинсы 30 размер. 30 ростовка. Модель skinny. Размер L, юбка 38 размера, похожа на Челнда, Street One S, Sport M, 12 размер, брюки из шерсти, фасон хороший, они прямые, широкие, размер S, туника, L, размер S, next, Zara Basic с красивыми воланами по низу, размер 44 европейский, размер L, морская тематика, здесь H&M 42 размер, хлопок, next 12, большой размер, S, 40 размер, Tailor Veil, трикотаж и кожзам, 36 размер, H&M, гавайки, S-ки с манжетами внизу, здесь идет спортивная майка, M-ка, юбка, трикотаж, Tailor Veil, 42 размера, Сеунда джинсы 38 размера. Это леггинсы джинсовые. Tailor Veil размер S. Шорты. Такие Аладдины хлопковые. Спорт М-ка. XL. Сеунда. S, L, размер S, это трикотажный сарафан, длинный, туника S, трикотаж плотный, домашние шорты L. Еще одни леггинсы джинсовые от Сеунда, 36 размер, Сеунда М-ка, H&M М, 42 размер, 38-й, L,
Есть даже Вайкики хлопок S. Лен. М. Юбка-карандаш. 42 по размеру. L. Хлопковые леггинсы S. S. Тоже S. S. SM. Сороковой размер на высокой талии. Юбка-карандаш. М. С. М. Вилла. Размер М. Трикотаж. Л. 36. С. М. С. 26 размер. Скини. Л. XS. Это туника. Не маленький размер. Платье Элька. G-Star маленький размер. Спорт М. Примарк С. 36 размер. Бананы джинсовые. Хлопок. Здесь Элька, хлопок. Это для беременных брюки. Спорт. С. Три икса. Боди, хлопок. Л. Платье H&M S. Бюстгальтер с большой чашкой. Носки. Размер М. Платье очень длинное. С широким подолом. Это комбинезон. Простите, это комбинезон. Плотная ткань. Джинсовый сарафан. 44 размер H&M. 42. 36. S. Блузка. XS. L. M. L. L. Здесь трикотажное платье. S. Платье Боха S-к. На футболку одевается. М. Скини леггинсы большого размера.
большой размер. Для беременных леггинсы размер М. 29 размер скини. Размер S. 1 спортивная юбка. Размер S. Морган. Шестой размер комбинезон на резинке хлопок. Кроп-топ. Хлопковый топ. Спорт S. 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 S, 36 S, L, 54 на замке, Adidas, S, S. Эй, большой размер, хлопок, 40 размер, хлопковые слаксы, размер S, гавайки, спорт женский, S, XS, юбка, клёш такая шерстяная, Zara, S, S, Zara, S, M, S, S, велотрессы, XS, S, юбка S, здесь идет платье, сарафан на бретельках, длинный, из хлопка с красивыми принтами. Еще в этом лоте присутствует так называемая мелочевка. Здесь набор маек Пельки. Колготки детские капроновые с сердечками. Взрослые колготки капрон. Топ L. М танковка. Потом такое парео. Это хлопок. Летний шарф украшения, авоська, XS, футболка 44, 36 танковка и 36 кофта. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.